Приветствую вас, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube-канала, а также группы в Фейсбуке по продаже монеток. Сегодня у нас эксклюзивная подборочка монет. Монеты Таиланда и монеты Тайваня. Итак, начнем сейчас быстренький наш обзорчик. Что же у нас здесь предоставлено к вашему вниманию? И первая у нас монетка. Это у нас Таиланд. 1 бат. 1 бат 1962 года. Такая вот симпатичненькая монеточка. Гурт ребристый. Вот. Такой вот имеет у нас красивое изображение. Материал у нас медно-никелевый сплав. Вот. Монетка с обихода, потому такая побитая. Ну, для наших краев. Очень уж редкая, я считаю. Найти ее там крайне редко. Ну и красивенькая такая вот слиненькая монеточка. Итак, следующая наша монетка. Это у нас 1 бат 1977 года. Если я не ошибаюсь. Такая вот красивая, симпатичная монетка. Изображением вот такой вот как бы корабля. Или что у них там? Гурт ребристый. И изображением ихнего правителя Рама 9. Такая вот материал монетка. Медно-никелевый сплав. Такая вот симпатичненькая, красивенькая монеточка. Следующая наша монетка, внимание, это у нас монетка Таиланда в убитом, конечно, таком состоянии. Ну, я думаю, почистить можно будет и займет свое место в коллекции. Все у нас проглядывается. Если я не ошибаюсь, это у нас 25 Сатангил 1957 года. Если я не ошибаюсь. Утверждать не могу. Гурт ребристый, монета с обихода, потому такая и подубитая. Такая вот монеточка. Вот. Изображением правителя Рама 9, алюминий, бронза. Так что вот такая вот у нас монеточка. Так, следующая у нас монетка. Это у нас 5 батев 2005 года. Вот, если тоже не ошибаюсь, тут их разновидностей, конечно, может быть и много. Вот, такая вот гурт у нас ребристый. Видно, что монетка вот какая-то, как будто с двух частей. То есть медно-никелевым покрытием. То есть, не разумело, потом видно, что внутри медь. Вот, изображена рама 9. Вот, гурт ребристый. Такая вот симпатичненькая монеточка. Вот, красивая. У нас здесь очень сегодня красивые монетки. Так, следующая монетка Таиланда, 50 Сатангил 1957 года, если я не ошибаюсь. Вот, да, вот симпатичненькая монеточка, все просматривать, все проглядывается. Гурт у нас ребристый и правитель Рама 9. Такая вот монеточка с обиходом. Вот. Король Рама 9. Алюминий, бронза. Насчет года могу ошибаться. То, что они будут утверждать, я не знаю. Очень там тяжело определиться по годам. Следующая у нас монетка. 5 Сатангил. Вот. Таиланд. Монетка с обихода, потому такая трошки затертая. Порт у нас. Порт у нас здесь гладкий. Вот, правитель, король Рама 9. Такая вот красивенькая монетка. Материал алюминий, бронза. Симпатичненькая монеточка. Можно будет приобрести в группе в Фейсбуке. Переходите, ссылочка в описании. Следующая наша монетка. Это 1 бат. Разных годов, наверное. И здесь у меня много. Гурт ребристый. Состояние отличное. То есть возьмем сейчас одну, покажем. Так, король Рама 9. Медно-никелевый сплав. Вот. Такая вот красивая, симпатичная монеточка.
может быть стать пополнением вашей коллекции. Вот. Еще у нас здесь пару монеточек. Следующая это у нас монетка 2 бата. Вот. Монетка Таиланд, курт кладки. С гладкими делянками. Ребристый с гладкими делянками. Вернее, так. Ось. Король рама 9. Вот в отличном состоянии. Материал алюминий, бронза. Может стать пополнением вашей коллекции. Следующая наша монетка. Это у нас 50 сатангил. Вот. Такая вот чудесная, прекрасная монеточка. Курт ребристый. Материал сталь с митным покрытием. Такая вот монеточка. В неплохом состоянии. Так, следующая наша монетка, тоже 50 сатангил, но уже алюминий бронза. То есть уже более такая монеточка, симпатичная, может занять хорошее место в коллекции. То есть никаких, как говорится, изъянов, все очень красиво. Правитель король рама 9. Такая вот красивенькая монеточка, может занять место в вашей коллекции. Приходите по ссылочке в описании, группа в Фейсбуке. Следующая наша монетка, это у нас 25 сатангил. Вот. Король рама 9, алюминий бронза. Курт ребристый. Такая вот симпатичненькая небольшая монетка. Хорошим станет пополнение вашей коллекции. Интересует, переходите, заказывайте. Следующая наша монетка, это у нас 25 сатангил. Года я не говорю, по годам здесь определяться очень тяжело. Вот, может, есть специалисты, гурт ребристый. Вот, для пополнения коллекции, для собирает по разным разновидностям, то есть очень интересная. Материал сталь с митным покрытием, гурт ребристый. Вот симпатичная, красивенькая монеточка. И предпоследние монетки уже пошли у нас монетки Тайваня. $1. Вот. Материал алюминий бронза. Вот. Такая вот монеточка. То есть это же такая же самая. В принципе. Вот. В таком состоянии можно будет заказать в группе в Фейсбуке. И последняя монетка на сегодня, которая у нас на обзоре, это у нас $1 1971 года, могу сказать уже точно, потому что тут выпускалась года. Такая вот монеточка с ребристым гуртом, и тут такой изображен цветок. Симпатичная монеточка, может стать пополнением к вашей коллекции, очень красивенькая, и материал мид цинк никель. Всем спасибо за внимание, не забываем подписаться, поставить лайки, писать комментарии, не забываем также заходить в группу в Фейсбуке и заказывать себе эти монетки, там выставлены и также очень много других монеток. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока.